при Games Games, вы не дома у Данила GameStop. И сегодня я буду исследовать заброшенный дом. Знаете когда, ребятки? Я буду его исследовать в 3 часа ночи, когда просыпаются призраки. А люди еще спят в полном сне и храпят. Ну что, жду ночи и отправимся в загадочный, страшный дом. Все события будут происходить в моем любимом городе Гамес. Тут и фонтан, и беседочка, и сейчас, как я понимаю, уже вечереет. Или... подождите. Ну да! И я дождусь 3 часа ночи и отправлюсь в вот этот домик. Что мы увидим, надо смотреть до конца. Ребята, сейчас житель только сейчас храпел. Уже 3 часа ночи почти. Где-то 2:55, да? Как раз время вылезать в дом. О, житель в КамАЗе сидит. Наверное, что-то выглядывает. Вроде все спят. Магазин уже выключенный. Все выключили, закрыли. В домах даже света нигде нету. Только фонари светятся, и все. И страшная луна. Видали, какая? Ух, темная. Так, вот этот домик. Глядите, как он зарос. Тут уже мох, травасики, цветочки. Ромашки погадать. На любовь. Так, вау, сколько там вещей разбросано. Только как зайти, если тут все забито? Там пол проломлен. Там, наверное, подвал есть и чердак. Ребят, о, какое небо красивое. Так, как сюда пролезть? Вроде, ребят... Фу, это клумба, я думаю, это могила какая-то. Окна вообще тут везде забиты, ребят. Как мне туда попасть? Опа, подвал. Да, не зря я с собой бинокль взяла. Ничего там вроде нету. Или что-то есть, я не понимаю. Вау, звезда. Ха. Так, а тут как пройти? Тут недалеко завод. Это здание вроде бы бухгалтерия завода. Где выдавали деньги рабочим, как я не ошибаюсь, если... Ребят, что тут у нас? У нас тут вообще окна заваренные. Я даже это здание в реальной жизни исследовал. Но что тут, я не знаю. Давайте мы уже как-нибудь проломим. Тут окно есть, оно открыто вроде бы, а не закрыта форточка. Так что давайте как-нибудь проломим. У меня кирка есть. Давайте... О, Господи. Не, лучше бы тут. Во, все. Так. Все. Вау, книга. А в них ничего нету в книге? Ладно. Вроде бы ничего нету. Так, как мне взять? Ладно, пока съем. Во, все съел. Оп. Ничего тут нету в этих. Ничего тут вроде нету. Так, опа. Ух, дверь, блин, закрыта. Нет, открыта. Нет, не открыта. Короче, что нам делать? Давайте с размага... Ай, нет, не попал. Ай. Хорошо. Это телевизор, а в нем ничего не покажут нам, я надеюсь, ребят. Ребят, там что-то было. Подождите, а вот эта дверь. Там подвал. Я надеюсь, там ничего не найду. Да, я надеюсь на это, ребят. Мне страшно. Это не кровь? Я не знаю, что это такое. Так, ну-ка дайте это гляну. Не, это не кровь, это просто редстоун. А тут, видите, закрыто все. Это какой-то рычажок. Картина страшная. Я думаю, это реальный паук, это нереальный. А это что? А, свет включать. А тут его нету. Тут нету лампочки. А тут, скорее всего, печка была. Ну да. Она и есть. Тут. Опа. А тут вообще закрыто намертво. Угу. Что нам делать? Так, лестница не нужна, кровать там не нужна. Зачем я кровать делал?
Водичка. Водичка потом попью пока. Без эффектов, конечно. Так. Ну, что-то мне уже совсем не весело. У меня такое предчувствие, кто-то тут есть. Ребят. Мне кажется, кто-то в подвале. Ладно. Ладно. Мне, наверное, показалось. Так. Сейчас как-нибудь сломаю ее. Давайте. Давайте вот так вот. С прыжка. Оп! Она. Ага. Понятно. А топор я с собой не взял. Придется ломать лопатой. Рубить. Бабах. Ё-моё, сколько тут вещей. Ёлки-палки. Так. Вроде никого. Хоп. О, тут люк. Тут люк есть. Ё-моё. Подождите. А на чердак? На чердак как? Никак. Да? Книжки всякие. Что это? Горшок? Пилорама, нифига себе. Опа, огурец. Тут стол, стул. Опа, сундучок. Что мне надо тут? Ребят, книжки. Алмазы, изумруды, золото, стержень, бумаги. Это ж бухгалтерия, но она мне не нужна, ё-моё. Там пусто. Книжки тоже не нужны. Книга с пером, нифига себе. Огурец тоже не нужен. Так, интересно. Нет, водичка... Нет, пускай как-нибудь вот так вот. Так, водичка нужна. Зачарованная книга защиты 1. Ну, нормально. А где книга? А вот она. Так. Нет тут ничего. Ёлки-палки. Ну и не нужна мне твоя книга. Или есть? Ничего тут не надо мне писать. Не надо. Блин, забыли написать какую-то записку в прошлое. Оно, наверное, тут валяется лет 15. Но вот это я заберу и раздам жителям. Если хотите снять... Ой, то есть, если хотите увидеть ролик, как я раздаю жителям драгоценности, то ставьте лайки на 17 лайков, и буду раздаривать им драгоценности, и мы увидим все это в ролике. Ну что, я пока буду взламывать вот эту вот штуку, подвал, хотел сказать чердак, и потом я уже взломаю и вернусь. Ребята, тут предметы перемешал себе в инвентаре. И какие нужные, вот сюда положил. И еще открыл вот эту вот штуку. Все вот. Вот тут вроде не надо ничего ломать. Тут тоже. Тут сундук пускай стоит. Тут получается 4 комнаты. Подвал 5-й. И 6-й чердак. Ну, это не считается подвал. Опа, громад, вот. А это, наверное, вентиляция. Уже светлеет, ребят. Угу. Значит, 4 утра. Мы уже тут ночь почти провели. Ну, всего лишь 1 час 30 минут. О, господи. Что это такое? Это что, кровь? А нет, это горшок. Это что такое? Фух. Слава богу, там не было ямы. Тут какие-то калитки непонятные. А тут вообще, что это такое? Это вообще строительные леса. Но тут ничего страшного не было. Так, значит, идем дальше. Что же у нас на чердаке скрывается? Все закрываем обратно, чтобы никто нас не спалил. Тут же охранник какой-то, наверное, есть. Опа, а тут ничего нету. Так, нигде ничего нету. Свеча. Можно было свечу зажечь, но у меня зажигалки нету. Все, обратно надо закрыть срочно. Уже светлеет, скоро придет сторож. Так что, ребят, прячемся. Так, где моя загородочка? Вот она. Все, закрываем. Дверь я закрыл, да? Все, закрыл, да? Не, вот тут тоже надо все закрыть. То и мне сторож даст какой-то, не знаю, штучку, что я больше не буду снимать. Лучше я все закрою. Я никуда не лазил, на самом деле лазил, чтобы он ничего не увидел. Фух. Не зря лестницу взял. Так, фух. Ребят, вы просто офигеть от моих ощущений, господи. Фух. Вот, сэкономим. Ой, блин, там опять все закрыто. А, да тут ничего нету. Эх, блин, я думал, там ламба будет. Но ролик
достаточно получился интересным, смешным и страшным. Там вон завод, тут заброшка, там заброшка, там заброшка, там заброшка. Везде заброшки и везде жилые дома. Всем пока-пока, вы были у Данил GameStop, а сейчас вы дома. До скорых встреч. Этот ролик уже вышел. Вы уже его смотрите. До скорых встреч, вы были у Данил GameStop. Всем пока-пока. Давайте наберем 15 лайков.